Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Ивана Дилова не собирается строить любовь с Антоном Шоке, потому что он псих, не с Сашей Габозовым, хотя он ей чуть ли не ежедневно посвящает посты в социальных сетях. Арай Чебанян подтвердил слухи о том, что у них роман с Анной Якуниной. Надежда Баташова покинула телепроект. Мать Карины Прониной в шоке от недавнего эфира и анонса, где Алексей Кудряшов и Настя Балинская применяют к ее дочери физическую силу. Женщина требует, чтобы Карине отдали телефон и дали возможность немедленно покинуть остров. Девушка, возможно, нуждается в медицинской помощи, а ее держат на Сейшелах, как в тюрьме. Саша Артемова и Женя Кузин в марте должны получить ключи от своей квартиры и планируют сразу же заняться ремонтом. Ольга Рапунцель выбросила все плохие мысли из головы, настроилась на позитив и на легкие роды. Она совсем не боится рожать и с нетерпением ждет встречи с дочкой. Мария Кахно задумалась о возвращении на проект. Участник «Дома-2» Артем Сорока признался, что занимался уроками соблазнения. Молодой человек учился у скандально известных Алекса Лесли и Насти Рыбки, которые не так давно прогремели на всю страну. Артем посещал уроки соблазнения у этих мастеров, и в доказательство есть его фотография с Настей. Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель приняли участие в новом шоу на канале ТНТ, где Диме пришлось забеременеть ради своей жены, дабы прочувствовать на себе все тяготы интересного положения. Интересная новость с сайта Шлок. Дарья Лымар получила машину благодаря «Дому-2». Бывший возлюбленный подарил Даше автомобиль в надежде, что после такого подарка она растает и вернется к нему. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Тата Блюменкранц попала в неприятную историю. Девушка рассказала, что, гуляя по торговому центру, не заметила стеклянную дверь, в которую ударилась лицом. Тата не придала особого внимания произошедшему и, превозмогая боль, продолжила совершать покупки. Только вернувшись на поляну, молодая мама ощутила сильную боль и обратилась к медикам. Выяснилось, что у Таты перелом носа, однако без смещения. По сети уже поползли слухи, что Блюменкранц тайно сделала ринопластику и решила замаскировать это под перелом без смещения. 1 марта на концерте Ольги Бузовой в Хабаровске появился неизвестный мужчина, который попытался прорваться в зал. Обезумевший поклонник кричал, что в его сумке находится оружие, и он должен попасть на концерт звезды. Охрана сработала оперативно, сбив дебошира с ног одним ударом. Ходят слухи, что мужчина готовил покушение на Ольгу Бузову и действительно принес с собой оружие. Певица никак не прокомментировала произошедший инцидент. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.